неделю назад. Это была девочка, моя знакомая, она сказала, что увидела интервью. Говорит, я читала твое интервью в интернете, я сказала огромное спасибо, конечно. А мне понравился разговор, потому что она сказала, я, говорит, это очень смело. И мне позвонили, здравствуйте, Андрей, вам нужно приехать в больницу на Колумну. И вот я оделся и поехал. Приехал, зашел к врачу. Она говорит, присаживайтесь. Вот, и она мне сказала, в общем, вы сдавали тест на ВИЧ, и, говорит, он у вас подтвердился. Ну, я воспринял это нормально. Я такой, да, хорошо. А эмоции, конечно, очень странные в этот момент. Почему? Потому что ты не знаешь всю эту процедуру. Как, что, почему, куда, зачем и вообще, как вот с этим жить. Это все проходит. Это проходит со временем, с годами. И сейчас у меня этой вообще проблемы нет. Я иду, сдаю анализы, потому что я знаю, что это надо. Я пью таблетки, потому что одну таблетку в день я уже пью на сегодняшний день. И у меня все прекрасно по анализам. Я работаю консультантом по приверженности социальным работникам при больнице кожевенодиспансере. Мы помогаем людям, те, кто впервые узнал о своем статусе, понять, что и принять, наверное, то, что это уже есть, да, и с этим можно жить, потому что с этим я живу. О том, что нужно выпить кофе, проснуться второй раз. Да. Почему да? Потому что я это заметил 8 лет назад, когда я начал пить РВ-терапию, и мне становилось лучше. А настоящее удовольствие приносит то, что когда я утром просыпаюсь, я радуюсь то, что я проснулся, и что я себя очень хорошо чувствую. «Женщина в поезде». Мне не знаю, почему нравится этот фильм. Я его посмотрел один раз, второй раз. Я его, наверное, уже раз 8 пересмотрел. Если честно, прямо близкого человека у меня нет. Почему? Потому что я постоянно в работе нахожусь. Я постоянно нахожусь с людьми, с кем я работаю. У меня нет семьи, у меня нет детей. Вот. Еще нет детей. Но в будущем планируем. Я бы придумал вакцину для людей, да, от ВИЧ-инфекции, если я бы смог. Вот. А сделал бы людей счастливыми, если я бы мог это сделать. И третье, это я бы уехал на Мальдивы и лег на теплый песок и наслаждался бы солнечным бризом волн. Спрашивали, а сколько у вас партнеров было, а с кем вы последний раз занимались сексом. Честно, это все помню как-то мутно, как-то обидно было, наверное, первое время, а потом мы уже сроднились, можно сказать.